В эфире «Вести Ульяновск», в студии Владислав Витковский. Здравствуйте, смотрите выпуски. Каска уберегла, чрезвычайное происшествие на стройке, упал автокран. Ушла на учебу, домой не вернулась. Ульяновцев просят помочь в поиске 17-летней девушки. Гуманитарный настрой, ветеран Великой Отечественной войны перечислил помощь на Украину. Православный Симбирск прощается с митрополитом. В Воскресенско-Германовском храме, расположенном по адресу переулок Гоголя, дом 11, в круглосуточном режиме проходит прощание с митрополитом Симбирским и Новоспасским Проклом. Напомню, владыка скончался в ночь на понедельник. Глубокая скорбь объединила священнослужителей и мирян со всей области. Все принес в детстве еще. Вот, и голод, и холод. Вот. Поэтому он относился к нам как детям, а мы как отцу. Любой вопрос личный, семейный, естественно, и по работе, он всегда давал очень разумные ответы и поучения. Он такой человек, который он притягивает к себе людей именно своей добротой, светлым образом, так сказать. Ничего плохого про него нельзя сказать. Светлый человек был, добрый. И поэтому к нему люди тянутся, и очень большая утрата. Мы отца родного потеряли. Нам теперь пойти некуда будет. Ведь шла к нему со всеми печалями. В четверг у него было, все выкладывали, все понимал, все по себя пропускал, и все выслушал, давал советы. Мы без него осиротели, нам без него как теперь жить? То он же родной, нам природной был, проклял-то. Царство ему небесное. Отпевание новоприставленного митрополита Прокла состоится завтра, 26 марта, после божественной литургии в Воскресенско-Германовском соборе по адресу переулок Гоголя, дом 11. Начало божественной литургии в 8 часов. Сотрудники полиции напоминают, что подъезды к собору в это время будут перекрыты. Погребение пройдет в кругу духовенства. Архипастыря похоронят в склепе под алтарем Спасо-Вознесенского собора Симбирска по улице Минаева. Поминальный обед для прихожан организован в здании законодательного собрания Ульяновской области по адресу улицы Радищева, дом 1. 26 марта с 14 часов. К другим темам. Временно управляющим Симбирской митрополией назначен архиепископ Саранский и Мордовский Зиновий. Архиепископу Зиновию в миру Анатолию Корзинкину 65 лет. Свое служение Богу начал в храмах Курской епархии в 1978 году. В 2014 святейший патриарх Кирилл возвал его в сан архиепископа, где в итоге станет главой Симбирской паствы, решит Священный Синод. Его следующее заседание состоится в мае-июне текущего года. Вы смотрите «Вести Ульяновск». Внимание, розыск. Пропала девушка Диана Манзур, 18 лет. 19 марта она вышла из дому в Заволжском районе Ульяновска на учебу. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, волосы темные, до плеч, глаза карие. Особые приметы: шрам на правом плече, шрам на затылке. Была одета в черную удлиненную куртку, на голове черная вязаная шапка, шарф, темно-синие джинсы, черный ремень, ботинки на сплошной платформе со шнуровкой. При себе у девушки была дамская черная сумка. Все, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дианы, просят позвонить по телефонам полиции 26 18 24 67 40 86 или по телефону 02. Связаться с волонтерами можно по телефону 8 951 091 45 72 или написать на почту поиск детей.ul@yandex.ru. 27 марта в приемной президента Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области Алексей Евдокимов. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. ЧП на стройке. В микрорайоне «Запад-1» вновь пострадал рабочий. Сегодня утром в 9:50 в службу спасения Ульяновска поступил сигнал о падении автокрана на стройплощадке. При этом он стрелой задел крышу растущей многоэтажки. А в результате несколько кирпичей упали на находящегося внизу рабочего. Строитель получил травму головы и спины. На месте ЧП ему была оказана первая помощь. Затем пострадавшего немедленно доставили в больницу, где его осмотрели врачи. В результате был выставлен диагноз перелом остистого отростка L5, перелом поперечных отростков L1, L2, L3 позвонков,
и ушибы мягких тканей. Ну, обычно вообще-то стационарное лечение, но так как больной отказался от продолжения лечения, то есть он решил, что он будет лечиться амбулаторно, и несмотря на то, что врачи-специалисты настаивали на стационарном лечении, больной категорически отказался, о чем есть официальная запись, то есть все юридические вопросы вот этих вот моментов, они соблюдены. По предварительным данным, пострадавший мужчина 91-го года рождения, уроженец Киргизии, временно зарегистрирован в Самаре. По словам врачей, от смерти его спасло то, что он находился в каске. В настоящее время ведется расследование несчастного случая. Напомню, двумя месяцами ранее в микрорайоне Запад-1 также произошло ЧП. Тогда трое строителей погибли. Мигрантов отправят на родину, виновных накажут. Ульяновские полицейские совместно с сотрудниками миграционной службы при поддержке бойцов ОМОН проверили стройки и рынки областного центра. В Ленинском районе Ульяновска правоохранители посетили крупные стройплощадки, овощную базу на улице Урицкого и центральный рынок. В результате проведенных мероприятий были задержаны 7 граждан из Республики Узбекистан, не имеющие официального разрешения на работу. Кроме того, были задержаны иностранные граждане из Республик Азербайджан и Таджикистан. Всего составлено 24 административных протокола за нарушение миграционного законодательства. Также 42 нелегала обнаружили на центральной улице Кирова в железнодорожном районе. У них отсутствовали разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. У некоторых не было регистрации. 10 незаконных мигрантов поймали в Заволжье, а еще несколько на строительстве домов в микрорайоне Запад-1. В настоящий момент по выявленным фактам нарушения закона заведены административные и уголовные дела. Благоустроительные работы, дорожный ремонт, противопаводковые мероприятия. Эти темы обсудили на аппаратном совещании в городской администрации. Руководители профильных ведомств проинформировали о сроках и графиках работ. Подробности у Эдуарда Истомина. У коммунальных служб очередные трудовые будни. Смена сезонов диктует новый фронт работ. Приоритеты уже расставили. Это чистота, опрятность и комфорт. С 7 апреля по 28 мая в Ульяновске пройдет месячник по благоустройству. Самые главные работы, которые по первому этапу мы планируем, это в первую очередь, конечно, вытаивший бытовой мусор убрать. Уточним те объемы работ, которые нам необходимо сделать по ремонту лавочек, скамеек, урн, контейнеров во дворах, детских игровых площадок. В песочнице завезут песок, бордюры покрасят, а еще проведут санитарную обрезку деревьев. Коммунальщикам помогут работники предприятий и просто активные горожане. В Ульяновске уже готовятся к общегородским субботникам. У дорожных служб работа не меньше. Времени на раскачку нет. В 2014 году на ремонт автомобильных дорог магистрального и районного значения муниципального образования города Ульяновск бюджетом города предусмотрено направить порядка 139 миллионов рублей. Торги на проведение работ проведут в апреле. У замены дорожного полотна, а также карточного ремонта есть крайний срок – это конец сентября. Кроме выделенных денег, город привлекает дополнительные средства. Оказать помощь может региональное правительство. Но это еще не все. Будем изыскивать суды для того, чтобы на более чем 300 миллионов рублей дополнительно отремонтировать 34 дорожных полотна ямочно-карточным ремонтом на территории города Ульяновск, которые вызывают особое беспокойство. В Ульяновске подготовились к пропуску паводковых вод. Уже проведен инструктаж среди местных жителей в зонах возможного подтопления. В случае резкого подъема уровня воды городские спасатели готовы оказать людям своевременную помощь. Управление гражданской защиты определило пункты временного проживания и горячего питания в случае эвакуации. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Региональные экологи продолжают бороться со стихийными свалками, причем и в районах области, и в самом Ульяновске. Одно из таких мест располагается практически в самом центре города, в Ленинском районе, рядом с эко-зоной, именуемой Маришкин родник. Со стороны частного сектора участок полностью загружен мусором и отходами, не только бытовыми, но и строительными. Свалка, естественно, является незаконной. В отношении виновных лиц Департаментом экологии и природных ресурсов будет возбуждено дело об административной ответственности. В соответствии с законодательством, сбор, вывоз твердых бытовых отходов – это полномочия муниципалитета. Возможно, тут имеет место ненадлежащее исполнение органами муниципальной власти. А также есть вопросы к жителям, которые сюда носят твердые бытовые отходы. По сути, люди загрязняют, захламляют то место, где сами живут.
Сложная ситуация с вывозом мусора и в Ишеевке. Здесь есть контейнеры, из них мусор вывозится регулярно. А вот площадки вокруг не чистятся и не убираются. То есть нарушается закон об отходах производства и потребления. Скорее всего, тут виновным является управляющая компания, то есть МУП ЖКХ Ишеевская, которая допускает захламление контейнерной площадки в соответствии с административным кодексом административных правонарушений Российской Федерации за нарушение подобного вида. Предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Физические лица, в том числе и должностные, заплатят от 10 до 30 тысяч рублей. Для лиц юридических штрафы больше в разы – от 100 до 250 тысяч. Кроме того, могут приостановить деятельность организации. Рост заработной платы в Ульяновской области – первоочередная задача, обозначенная главой областного правительства. Накануне в Ульяновске прошло очередное заседание Межведомственного совета по обеспечению достойных условий труда. Основные темы встречи в нашем материале. В 2014 году зарплата в регионе должна вырасти на 13%. Такой целевой показатель утвердил губернатор. Сергей Морозов обозначил проблему. Хотя в области открываются новые производства и растет число рабочих мест, темпы роста зарплат пока невысоки. Специалисты связывают такую ситуацию с нелегальной оплатой труда. Поэтому в данный момент совет занимается изучением вопроса теневых зарплат и разработкой способов борьбы с таким явлением. Был проведен очень простой анализ. Увеличивается вроде как количество рабочих мест. Причем не на единицы, а даже на тысячи, да? А налогооблагаемая база не растет. Мы сегодня будем разбираться, почему такое происходит. То есть либо рабочие места создаются фиктивно, либо эти неэффективные рабочие места не сопровождаются увеличением заработной платы, не сопровождаются переводом этой заработной платы из серой, как мы говорим, в белую, да, то есть не сопровождаются ростом налоговой дисциплины. О дисциплине, но уже со стороны работодателей, в своем выступлении упомянул губернатор Ульяновской области. По его словам, именно на последних сейчас нужно обратить пристальное внимание. Главное, наверное, что достаточно большое количество наших представителей бизнеса пока еще не почувствовали свою ответственность ни перед людьми, которые работают у них на производстве, ни перед в целом обществом. Это первое. Второе. Я в любом случае продолжаю считать о том, что наши центры занятости серьезно не дорабатывают. Что касается безработных ульяновцев, то, по словам заместителя министра здравоохранения и социального развития области, часто это следствие сразу нескольких причин. Требования очень высокой квалификации, которым большинство безработных просто не соответствует, а также низкая заработная плата, за которую ульяновцы не хотят работать. В министерстве предлагают переквалифицировать существующие центры занятости в своеобразные аналитические центры. Это расширит их сферу возможностей и повысит продуктивность в вопросе подбора вакансий. Они будут у нас не только выполнять государственные услуги, выполняя государственные регламенты, но и полностью осуществлять анализ рынка трудовых ресурсов в муниципальных образованиях. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения. После того, как проект будет готов, его представят на утверждение законодательной власти. Игорь Котов, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. 2000 долларов помощи родственникам на Украине. Ветеран Великой Отечественной войны в Ульяновске собрал денежную помощь и отправил ее в Киев. Причем 97-летний пенсионер не стал перечислять эти деньги ни в какие фонды, а предпочел адресную помощь. Среди потертых фотоальбомов он бережно хранит удостоверение. Выдали его еще в 40-х годах прошлого столетия. Тогда военным следователем Михаил Степанович искоренял бандеровские подразделения. Они в 43-м году воевали с украинцами. Украинцев там до 70 тысяч погибло в прошлом веке. Ну, теперь уже 21 век, а бандеровцы все поновляются идеи их. Новости из Киева ветеран Великой Отечественной узнает не только с первых газетных полос. На месте его боевой славы мирный быт теперь строят родственники и друзья. Как полагает Михаил Степанович, в нестабильной политической ситуации и почти в экономической панике. В 97 физические силы, конечно, подводят, сетует ветеран, но желание помочь есть. Но все-таки украинцы вместе жили. Сколько все переносили, и трудности, и радости, как сказать. А почему сейчас это не поможет? Конечно, поможет.
Гуманитарный настрой ветерана поддержал и зять. Вместе стали собирать денежные средства. И как материальная поддержка, она должна была быть. Сейчас, видите, электричество отключают. А морально, словами даже не объяснишь. Это в сердце, это в душе. И именно мы знаем всю ситуацию даже не по телевидению, а мы каждый день общаемся по скайпу, по телефону. На украинские счета ветеран войны перевел все свои сбережения, а это $2000. Кристина Агафонова, Борис Шибалдов, «Вести», Ульяновск. Сегодня Всероссийский день работников культуры. В Ульяновске прошла церемония вручения областной ведомственной премии «Браво, маэстро». Премия была учреждена в 2008 году по инициативе Центра народной культуры Ульяновской области. В этом году она вручается уже в шестой раз. По традиции, вручение проходит в праздник работников культуры. Экспертный совет определяет лауреатов по 10 номинациям. Они носят имена выдающихся деятелей культуры области, а сами премии присуждаются за успехи и многолетнюю работу в сфере народного искусства. Мы стараемся со своей стороны нести какую-то частичку народного творчества именно в массы. Не секрет, что очень много всякой мишуры, а народное искусство, оно все-таки должно быть поближе к народу. И этим занимаются мои дети, это я стараюсь им прививать. Размер денежных премий колеблется от 15 до 50 тысяч рублей, но, по словам министра культуры, это лишь приятное дополнение. Я думаю, что вряд ли здесь материальная составляющая играет значение. Это все-таки признание. Премия признания, премия благодарность и соотнесение себя, нынешнего работника культуры, с теми великими мастерами, чье имя носит премия. То есть, если мы называем имя Бахарева, да, то мы знаем, кто это, что это. И если я стою, мое имя стоит рядом с этим человеком, значит, я, наверное, чуточку приблизился в своем профессиональном мастерстве к этому имени. Напомню, что за время существования областной премии ее лауреатами успели стать 52 работника культуры. О погоде далее. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет слабо падать. Ожидается увеличение облачности, ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер южный с переходом днем на северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 2 до плюс 3 градусов. В Ульяновске 0 плюс 2. Завтра днем по области от 5 до 10 градусов выше нуля, в южных районах до плюс 13. В Ульяновске плюс 7-9 градусов. Это были «Вести Ульяновск». Приятного вам вечера и всего доброго.